совещании в обладминистрации обсудили проблемы переселенцев и криминальную ситуацию в регионе. В скором времени Михаил Саакашвили совместно с Анатолием Урбанским планируют провести выездные заседания в районах Одещины, где будут вызваны все наши правоохранительные органы и, соответственно, будет взят под особый контроль, потому что криминогенная обстановка в области, она оставляет желать лучшего. Депутаты от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко назвали встречу с главой администрации продуктивной. Обещают одним совещанием не ограничиваться. Договорились о том, что мы будем достаточно часто встречаться всей фракции и обсуждать проблемы, те, которые беспокоят наших депутатов. По словам Анатолия Урбанского, облсовет и обладминистрация совместно с блоком Петра Порошенко движутся в одном направлении.